Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Антон Холгин. И сегодня давайте разберем песню Юрия Шевчука, которая называется «Летели облака». Вот. Ну, как обычно, в своих видеороликах вначале я сыграю песню, потом покажу, как я это делал, то есть разберем ее аккорды, перебор, бой и, в общем, все остальное, разные нюансы. И также напомню, что под видео в описании будет текст и аккорды. Летели облака, летели далеко, как мамина рука, как папина далеко, как рыбы корабли, как мысли дурака, над стеклами земли летели облака, летели облака. Летели купола, дороги и цветы, звоня в колокола, беспечные, как ты, как капли молока, как здравствуй и прощай, как недопитый чай. Летели облака, летели облака. Летели кирпичи, солдаты старых стен, богема и бичи, драконы перемен. Не страшная война, не горькое вино, печальная страна, а в ней твое окно, а в ней твое окно. Летели не спеша, порхали не гляжа, как юная душа, сгоревший паранже, в Даос и Вифлеем, как рай не земли, от глупых теорем, оставленных в пыли, летели облака. Зажгу на кухне свет из века сундука, где крылья много лет искали седока. Достану, разомну, пристрою на спине и запущу весну. И облака во мне, и облака во мне. Летели облака, летели облака, летели. Так, ну давайте разберем, значит, в начале аккорды этой песни. Значит, начинается она с аккорда ля мажор, то есть А. Вот, и как бы в начале такой проигрыш, в начале и между куплетами, это мы играем ля мажор. Вот, и как бы убираем палец, и получается у нас немножко другой аккорд, то есть вот такой получается проигрыш. Это проигрыш в начале между аккордами. Потом начинается сам куплет. Также с ля мажора летели облака. То есть получается ля мажор и ми мажор. Вот на этой первой фразе летели облака. То есть ля мажор, ми мажор. Облака.
Потом остаемся на ля мажоре. Летели далеко. И опять на ми мажор. Как мамина рука. Здесь у нас аккорд фа диез минор. Как папина трико. И ре мажор. Д. Потом, значит, у нас ля мажор. Как мысли дурака. А здесь быстро меняются опять аккорды. Это получается у нас опять ре мажор. И возвращаемся на ля мажор. То есть выглядит это вот так. Как мысли дурака. Как здравствуй и прощай. И на ми мажор возвращаемся. Как недопитый чай. Опять фа диез минор. Летели облака. И заканчивается все на ре мажоре. Летели облака. Вернее, заканчивается на ля мажоре опять, получается. Но это уже служит и началом проигрыша. То есть, получается, летели облака. То есть, ну вот так получается. В принципе, дальше все идет по этой же схеме. Ну, если что касается аккордов, то есть по аккордам, я думаю, все понятно. И также, как я уже сказал, внизу в описании над текстом будут аккордики эти указаны. Значит, концовка, самая концовка здесь у нас, когда уже заканчивается песня, у нас получается, ну, опять там летели облака. Мы опять задержимся на этом проигрыше. Потом, ну, там, по-моему, 4 раза он играется, вот это вот. Потом такая вставочка, это получается у нас ре мажор и ля мажор. И на ми мажоре переходим на ми мажор. А на саму фразу, когда летели облака, здесь у нас получается фа мажор. Летели облака. То есть фа мажор и ми мажор. Летели облака. И на ля мажоре опять заканчивается все это. Потом повторяется. Летели облака. Вот, это самая концовка. Так, теперь давайте насчет перебора. Перебор здесь, по-моему, называется сложно сокращенный. Играется он следующим образом. Ну, допустим, ля мажор аккорд. Мы играем его вот так. То есть мы берем большим пальцем, дергаем, ну, в частности, получается, на этом аккорде пятую струну. И потом перебираем нижние. Ну, я тут перебирал четвертую, третью, вторую. Ну, можно третью, вторую, первую. В общем, ну, давайте так. Пятая. То есть получается пятая, четвертая. А потом мы двумя пальцами дергаем третью и вторую струну сразу. То есть вот так получается это у нас. То есть, значит, пятая, четвертая, сразу третья и вторая. И опять четвертая. Все вместе получается вот так. Вот. И как бы этот рисунок играется со всеми аккордами. Получается вот так. Но если две руки попробовать показать, получается вот так. То есть получается куплет. Летели облака, летели далеко, как мамина рука, как папина трико. Вот. Ну, в зависимости от аккорда, ну, допустим, я сейчас беру ре мажор, я здесь уже играю четвертую струну. То есть рисунок тот же, но вот как бы четвертая, третья, и получается вторая и первая дергается сразу, и опять третья. То есть, ну, смотря откуда строится. Если от пятой струны, то, соответственно, пятая, четвертая, сразу третья и вторая, и опять четвертая. Вот. Ну, а если от четвертой струны строится, то четвертая, третья, вторая, первое вместе и третья. Вот, вам нужно запомнить рисунок, что, соответственно, как играется, то есть басовая струна, пятая, потом четвертая, третья, вторая вместе и четвертая завершает. Вот, ну,
здесь есть момент, когда вот как мысли дурака. Вот здесь быстро меняются аккорды, поэтому нужно как-то приспособиться. То есть как мысли дурака. Может даже просто в этом месте. Ну, это каждый для себя уже определит. Тут я вряд ли смогу объяснить. В общем, ну, рисунок, как я показал, вот такой. Дальше. Там мы в третьем куплете переходим на бой. То есть, получается, у нас слова там какие? Летели кирпичи, солдаты старых стен. И вот здесь вот солдаты старых стен, уже пошел бой. Бой играется следующим образом. Так, давайте еще раз. Летели кирпичи, солдаты старых стен, драконы. Как там? Кирпичи, драконы перемен. То вот, как бы бой этот, рисунок боя вот такой. То есть, давайте медленно. Значит, мы бьем по, ну, наверное, по верхним струнам, слабо как бы. Потом, ну, вниз, то есть бьем слабо, потом бьем вниз сильно. Ну, выглядит это вот так, первая часть. То есть слабо, сильно. Потом, так. Потом два раза вверх. То есть получается все вместе вот так. И то, что мы играли в начале, опять слабо и сильно, заканчиваем. То есть получается все вместе вот так. Вот, такой рисунок. То есть... слабо вниз, сильно, сильно вниз, два раза вверх, и опять слабо вниз и сильно вниз. Вот все вместе будет вот так. Сегодня мы разобрали с вами песню группы ДДТ Юрия Шевчука, которая называется «Летели облака». Ну, думаю, что все было понятно и доступно. Ну, а с вами, как всегда, был Антон Холкин. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. А я желаю вам всем хорошего дня и хорошего настроения. Все, всем пока.